входов из Латвии. Ну, а прежде чем состоится торжественное открытие, мне хотелось бы предоставить слово Ирине Владимировне Гришиной, главе муниципального округа Ясенево. Как великолепно сейчас выглядит центр города. Но мы с вами живем в этом районе. И, конечно же, для нас очень важно, чтобы именно наш район был самым прекрасным, самым удобным и самым комфортным. Конечно же, ко дню рождения мы все с вами знаем, дарятся подарки. И все мы это очень любим. Вот такой один из подарков ко дню города сегодня в нашем районе. Открытие замечательной поляны сказок. Ведь ни для кого не секрет, что для нас самое главное, чтобы было все здорово у наших детишек. А для них важно не только визуальное, но и тактильное ощущение. Поэтому эта поляна, она тем и прекрасна, что все могут ее потрогать. Я наблюдаю постоянно, когда езжу, как все здесь фотографируются, как детям очень нравится. Сюда приходит очень много родителей с детьми. И все это с вами мы сделали вместе, потому что прежде всего мы слышим всегда ваши желания, то, что вы хотите. И еще хотелось бы сказать про прекрасную спортивную площадку, которая находится на другой стороне, потому что там занимается очень много ребят, правда? И всем очень нравится. Дорогие друзья, все вместе мы сможем многое. И мы хотим, чтобы наша столица была лучше и лучше, а она такой остается на протяжении долгих лет. И очень бы хотелось поблагодарить и Михаила Борисовича Селезнева, главу управы, и наш жилищник, который здесь сделал невозможное. Спасибо всем, кто устроил нам сегодня праздник. С днем города! Ну а теперь переходим к самому торжественному моменту. В честь дня города в районе Ясенево открывается поляна сказок. И для торжественного перерезания ленточки приглашается в первую очередь житель района Степан. Вот, прекрасный молодой человек. Ну а поможет ему, чтобы это было все за правду и как положено, глава муниципального округа Гришина Ирина Владимировна. Возьмите, пожалуйста, ножницы в руки. Степан, тебе предстоит первому отрезать и открывать нашу площадку. Нужно будет отрезать в двух местах, чтобы ленточку об этом открытии сохранить себе на память. Ну что ж, открываем площадку! Поляна сказок открыта! И одна часть ленточки достается Степану. Он теперь будет расти и вспоминать, что именно он открывал эту великолепную поляну сказок. Но вторая достается Ирине Владимировне. Ну что ж, друзья, вот и состоялось открытие, и буквально через секунду мы сможем уже потрогать и пощупать все-все статуи, которые здесь есть. Но у нас есть еще небольшой сюрприз, так сказать, почти что шамаханская царица с номером Фламенко хотела бы поприветствовать всех вас. Давайте бурными аплодисментами встретим нашу участницу. Thank you.
Окунуться в сказки. И давайте немного, в принципе, у нас уже открыта поляна сказок, можно проходить, смотреть. Устроилась, ей очень нравится здесь тишина, а ей много работы. А вот сейчас нам будет тишина, вы видели, что там делают? А там-то они что нарыют? Они там собираются нам горку замостить плиткой и поставить фонари освещения. Сделать площадки, установить скамейки. Там еще эту самую бабу-ягу за 500 000 хотят поставить. А вам эта ягу зачем? Зачем она? А чтобы побольше сюда народу приходило, на лавочках посидеть. Я говорю, они не знают ни историю, ни жизнь этого, людей. В захудалой деревне, в хуторе. Было специально отведено чистое место. Молодежь сама себе делала далеко от деревни, чтобы люди не слышали ни гармошку, ни пьянку никакую, ни сборище. Беспокоились о человеке, чтобы он спал спокойно. Здесь же радость в квартиру залезть.